Проблемы субсидирования, ирригации и нехватки пастбищ обсудили сенаторы с сельхозтоваропроизводителями области ЖТСУ. В регионе больше 140 тысяч гектаров поливных земель. Общая протяженность всех ирригационных сетей превышает 7 тысяч километров. Большая часть из них сильно изношена. Сейчас принята программа по этапной реконструкции гидросооружений. Но для этого необходимо серьезное финансирование. Вместе с тем, кроме производства сахара и переработки сахарной свеклы, нужна поддержка по выращиванию и других сельхозкультур. Например, кукурузы. Эта культура долгое время была визитной карточкой региона. Однако для поддержки аграриев нужны субсидии. Для крестьян это самый больной вопрос. Созданный веб-портал Госагро не справляется со своей функцией и дает постоянные сбои, утверждают сельчане. За счет того, что крестьяне не могут получить возмещение по ставке рефинансирования, по кредитам и лизингу, они вынуждены оплачивать 100% кредитной ставки годовой. То есть в некоторых случаях это доходит до 27% годовых. И на данный момент крестьянам очень тяжело обслуживать как основной долг, так и выплачивать процентные ставки. Парламент, сенат, аграрных мәселелер. Очень много проблем поднимают аграрии. Мы обсудили ряд из них. Это аграрный регион, поэтому все вопросы, касающиеся сельского хозяйства, здесь должны решаться. В частности, в сфере переработки область всегда была в авангарде. С учетом этого мы взяли на карандаш все предложенные идеи и будем работать в этом направлении.